После обращения челябинского зоозащитника к президенту полиция начала свое расследование. Карен Далакян во время видеоконференции по вопросам экологии попросил Владимира Путина привлечь к ответственности живодеров, которые издевались над львенком. Напомним, львенка по кличке Симба нашли в Махачкале. Животное держали в тесном помещении, где она постоянно лежала в одной позе, что привело к параличу. А условия были настолько ужасные, что тело зверя покрылось опарышами. Бывшие хозяева животного использовали львенка в качестве атрибута для фотографий. В итоге хищника спасли и привезли из Махачкалы в Челябинск. Вот такой он чистенький, да? Вот тебе приятно себя облизывать. Пахнет. Да, уже не пахнет, да? Какой-то вот. Стрижка подарила. Да, вырастет еще каким-то. Вероятно, молодой лев погиб бы, если бы в ситуацию не вмешался Карен Далакян. Он оказал львенку ветеринарную помощь. Малыш пошел на поправку. Фотографа-живодера тем временем задержали и допросили. Мужчина признал, что работал с хищником, но отрицает, что издевался над ним. Уголовное дело по факту жестокого обращения с львенком завели. Мне звонили из Сочи, и оказалось, что люди, которые держали львенка в Дагестане, попадали в поле зрения сочинских властей. У них есть отдел, который занимается черными фотографами, забирает у них животных. Раньше эти люди работали в Туапсе, сейчас переехали в другое место. Их ищут. После прямого эфира с президентом полиция Краснодарского края ускорила проверку и пообещала привлечь живодера к ответственности по всей строгости закона.